На 700 миллионов тенге защищены права бизнесменов в Алматинской области. По информации Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, в прошлом году было выявлено более 20 проблемных вопросов, с которыми чаще всего сталкиваются бизнесмены. Прежде всего, это получение разрешительных документов в акиматах, в земельном, архитектурно-строительном и других ведомствах. По всем фактам Совет направил рекомендации в антикоррупционное ведомство. Между тем, для принятия мер реагирования общественники теперь намерены выходить законодательными инициативами в парламент, а также составлять свой так называемый рейтинг госорганов, препятствующих развитию МСБ. И сам Совет по защите прав предпринимателей противодействия коррупции тоже может обладать какими-то полномочиями, помимо рекомендательных. Совет мог бы давать реальные рейтинги, которые бы учитывались при оценке работы госслужащих. И работать не просто в рамках только палаты и обратившихся, значит, жалоб и предложений от предпринимателей, но и выходить уже, может быть, инициативно.